Всем привет, доброе утро. Видите, сзади меня туристы рассказывают, как нужно подниматься. Они все уже задолбались подниматься в эту гору. И вот, не знаю, может быть, он проводник их или что, им рассказывает, как нужно подниматься, что не спеша, потихонечку, помаленечку. Они идут такие, да-да, говорит, спускаться намного лучше, спускаться намного лучше. Здесь, в принципе, не так уж далеко подниматься, но просто очень крутой склон, поэтому как бы не очень удобно подниматься. А так 4 минуты меня занимает подниматься вверх, но, блин, этот склон крутой, залезешь с языком на шею. Блин, они там целую площадь заняли, а я тут с собакой. А он же меня не любит, когда много людей. Ну ничего, посмотрим, он уже и облаял нескольких. Вон там наверху еще одни собачки. Что-то тепло, что ли, не пойму. На улице даже не знаю. Хотя я в жилетке своей сверху одела. Потому что, знаете, думаешь, тепло, а потом выйдешь, ветер леденящий. Так что вот так. 100% меня там уже моя клиенточка ждет, одна бабулечка. Она всегда приходит без 15:10. Я открываюсь в 10, она приходит без 15:10. Вот такая у нее, не знаю, мания, что ли. Сколько раз я ее спрашивала, говорю, ну я же не открываюсь раньше 10. Ну или как, открываюсь? Ну, а я тут постою. Чарли какает. Вот видите, сколько туристов. В основном, как здесь говорят, тресеры дат, то есть третий, как это назвать-то, пенсионеры. У них есть, как бы, подешевле путевки, они специальная организация, что ли, государственная, которая им предоставляет каждый год на выбор, куда бы им съездить. По заниженной цене вот они выбирают, куда им съездить и что посетить. Моя клиенточка уже стоит, ждет. Видите, сколько их. И вот так они ездят по городам Испании. В основном это города Испании и острова. А что, здорово. Пойдем работать. Смотрите, я сегодня новые серьги надела. Видите? Вроде бы ничего, нормально висят. В общем, лучше вот так покажу. Видите, нормально висят. Но дело в том, что было вот эти вот гвоздики, они были кривоватые. Видимо, погнулись от того, что висели. От того, что висели в магазине, их всех смотрели, и они погнулись. Я просто их вывернула немного, и все. И вроде бы нормально висят. Кстати, не тяжелые, вроде мне ничего, да? Я просто никогда такие кольца не носила. У меня лицо и так широкое. Вот. И как бы кольца, они еще широченнее делают. Щеки. Но эти вроде ничего. Вот такие вот у меня сегодня. Так как мы сегодня пойдем после работы с Чарли гулять по пляжу, как всегда. Поэтому одеваюсь всегда как бы, ну, по-спортивному, что ли, скажем так. Удобненько. В своей жилеточке желтой. Сегодня клиентка одна. О, ой, какой пуховик классный. Он такая... Я пока ей краску наводила, она его весь рассмотрела, говорит, а это не пуховик, это безрукавка. В общем, сама с собой поговорила, сама его рассмотрела. Все, я иду домой, сейчас пойду кушать, готовить. Хочу овощи и рыбу. Рыбу вчера достала. Ну, все, дома вам покажу. В общем, у меня здесь спаржа. Сейчас я ее помою, почищу. Потому что, смотрите, вот эта вот часть здесь, как бы, она грубая. И потом становится, ну, недоделанной, как волосы. Их надо убрать. А как понять, где начинается мягкая часть и грубая, сделается вот так. Берем за один конец спаржи. Блин, сейчас повыше поставлю. Куда-нибудь. Ну ладно, пока некуда. В общем, берем вот так за одну часть и вот тут за другую. И вот так начинаем так вот делать. Пим. Там, где поломалось, видите, все равно есть какие-то эти. Там, где поломалось, значит, оно там и годится. Вот так, смотрите. Так, пом. И так со всей.
Видите, она не очень. Если она не свежая, то она так не будет ломаться. И так со всей. Видите, как ломается хорошо. То есть, если возьмем вот тут, то она, видите, с какими-то волосами, со всеми делами. Вот так. В общем, буду чистить. В общем, это у меня форель. Вы знаете, я форель здесь никогда не покупала. А вот как-то, не знаю, недавно совсем купила. И она мне так понравилась, даже больше, чем лосось. Ну, семга. Потому что она не такая жирная, как семга. Вот, а мне как бы... Я жир вообще не люблю, ни масло, что вот, и семга мне иногда даже кажется очень жирновато, такая она прям жирная сильно, вот, а семга самая вот такая вкусная, ой, форель самая вот такая, это значит у меня кабачок, спаржа, все поперчила, посолила, здесь специальные специи для рыбы, сейчас я все это заверну и отправлю в духовку, ну, наверное, на полчасика, так я думаю, на 180 градусов. Минут на 20 вот так отправлю, а через 20 минут все открою, чтобы у меня там поджарилось, скажем так. Может, уже и готовое будет, фиг его знает. В общем, все это в духовку сейчас пойдет. Вот такая вкуснота получилась. Всем приятного аппетита! Какая прелесть! Прям весна настоящая. Только что-то народу не очень много. Одни рыбаки. Море, конечно, шикардос. А лето придет, начнутся всякие штормы. Волны огромные, ветер. Так всегда, ходишь летом, думаешь, блин, такая погода. Потом бац, и все. Все, мы гуляем, сейчас пойдемся, погуляемся и домой пойдем. Я забыла белье снять. Наверное, будет еще ночь висеть, потому что пока доеду, стемнеет уже. Несмотря на то, что поход... Похоже, что солнце высоко. Но пока доедем, ну, ехать 10 минут. Пока продойдем, в общем, доедем. Стемнеет. А когда стемнеет, уже все. Белье опять мокрое от влажности. Забыла. Память-то дырявая. Я этот еще сериал смотрела. Не могла оторваться никак. Другие. И вот, вот ведь зараза какая. Давно мне такие сериалы не попадались. Который прям вот, знаете, прям нравится-нравится. Обычно включишь сериал, и одним глазом в планшете, другим глазом в сериале. И так иногда еще и телефон берешь с собой. Тоже там ковыряешься. А этот нет, прям смотрела с большим удовольствием. Много очень иностранцев. Хотя еще не сезон для них. Мы на лодочке катались. И не гребли, а целовались. Чарли покушал свой сухой корм, а я варю лапшичку молочную, суп молочный. Что-то поела я сегодня кабачки, спаржу с рыбой. И что-то мне прям сейчас потянуло на молочный суп, видимо, не наелась. Время 7, конечно, это офигенно какая неполезная еда после такого времени. Я себе вообще такое не позволяю. Ну не могу, хочу, не могу, сил нету. Вы любите лапшу молочную? Нет, для меня это вкус детства. Естественно, без сахара, без всего. Молоко обезжиренное, больше похоже на воду, чем на молоко. Но все-таки, знаете, прям вот хочу, не могу. Хочучка такая у меня получилась. Вот, и сейчас себе еще чай заварю. Пока тут варилась, говорю, Чарли мой, он меня всегда ест. Только в присутствии меня. Если здесь никого нету, то он и не ест. То есть, если я уйду куда-то, то все, он перестанет есть. А еще я, знаете, что не люблю? Пенка, вот не пенка, а вот такая пленка образуется от молока. Фу, я ее терпеть ненавижу. Поэтому приходится постоянно помешивать. И добавила чуть-чуть кокосового масла, чтобы эта пленка не образовывалась. Мне прям она, когда если попадет, до рвотного рефлекса. Не знаю, может быть, у многих такой. Но я прямо ее ненавижу. Мне кажется, что уже все готовилось. Сейчас поставлю, чтобы она настоялась. Как каши нужно, чтобы настаивались. И вот лапшичка тоже, чтобы настоялась. Так, какой же мне чай попить? Наверное, с имбирем вот этот попью.
Мне уже, по-моему, мало осталось. Имбирь и апельсиновые шкурки, я так думаю. Вот такие у нас дела. И посуду надо помыть потом. Ну, когда покушаю. Душу отведу, как говорится. На-на-на-на, сейчас упадет, твою мать. Ой, что тут все гремит. Гремит, гремит. Хвостик вот этот все время падает. Надо его вот так завязать, чтобы он у меня там... Ты что там делаешь? Ты вообще-то по мусоркам не лазишь. Ай, бумажка упала от рыбки. Мусорку надо вынести. Это уже завтра утром. Сейчас, что ли, ночью я пойду выносить. Вот еще. Уже все. Уже в халате стою. Такие вот у нас дела будут на вечер. Такой вот ужин. Лапша молочная. Офигеть. Я сегодня никого утром не видела там. А сейчас слышу, что-то сверлят соседи. Не очень хочу соседей. Вот. А еще у кого-то что-то сгорело. У нас все вот эти вот окна выходят с кухни. И поэтому все запахи поднимаются кверху. Но у меня... Есть прелестная шторочка, вот эта, которая не дает запахам зайти внутрь. Это я просто вышла вам показать, что у нас новые соседи. Я их вообще-то сама только что увидела. Вот, а вообще я что сюда пришла на кухню-то? Посуду сейчас помою. А с вами буду прощаться до завтра, потому что... Этот сидит, как всегда, чучи свои ждет. Ну, жди, жди, ты еще там можешь посидеть долго. А дай ему, дам ему немножечко, его печеньку. Я ему, смотрите, поскольку даю. А то он у меня, видите, а то он так будет жрать одни чучи. Вкусняшки собачьи. Это нельзя, не очень, не есть очень вредно. Хорошо. Ладно, в общем, будем завтра с вами прощаться. Завтра, наверное, может быть, в магазин поеду. У меня там кое-что закончилось. Лука нет у меня. Еще что-то там. В общем, надо в холодильник сейчас посмотреть. А на завтра хочу супчик себе сделать. С лапшичкой такой. Остались у меня еще вот овощи. Ну, я специально кабачок большой положила сегодня, чтобы он у меня остался на вечер. Но на вечер мне захотелось, видеть лапшички. Вот. А у меня еще курочка есть. Не курочка, а индюшка, крылышки. Помните, я пару дней назад делала? Вот она еще все осталась. Так что завтра я буду доедать. И супчик. У меня бульон всегда заморожен, поэтому я сейчас его достану. И да, завтра он разморозится, просто закину опять лапшички. Ну или рис, что кто любит. Я, наверное, лапшички. Я суп рисовый не очень люблю, поэтому... Поэтому как-то, ну, не очень, в принципе. И быстро делается, и вкусно. Гремят. Так что всего вам самого наилучшего. Я пошла умываться. А вам всем до завтра и пока-пока!